В администрации Каспийска под руководством заместителя главы муниципалитета Руслана Учакаева состоялось совещание по вопросу функционирования городского розничного рынка. В ходе обсуждения были подняты вопросы по ранее выявленным нарушениям, а именно отсутствие схемы торговых точек, регистрация у лиц, осуществляющих торговлю, неактуализированные договоры, неправильное размещение рекламы и многое другое. Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос отсутствия доступной среды на территории рынка. Стороны обсудили все вопросы и отметили необходимость реализации таких мероприятий, как утверждение схемы размещения торговых объектов, организацию стоянки для размещения автотранспортных средств лиц, с которыми заключены договоры о предоставлении торговых мест, продавцов и покупателей, обеспечить наличие информационного стенда, введение и актуализация реестра продавцов и реестра договоров о предоставлении торговых мест, а также содержание помещения административно-хозяйственного назначения и места общего пользования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Особо отмечена необходимость обеспечить наличие на территории рынка средств доступности для людей с ОВЗ, пандусов. Все мероприятия будут реализованы согласно утвержденному плану мероприятий в установленные сроки.